Это карта, это карта у нас получается какого периода? Когда была Тобольская губерния? Да, это когда Вологодская здесь, и Пермская, да? До 1921 года здесь карта представлена, когда границы были немножко другие. Здесь Пермская губерния была, получается, здесь север Перми. Здесь можно посмотреть основания всех поселений. По Печоре и по Илычу, да? По Илычу, да. Так, получается. А где получается? Илыч у нас протекает. Вот Илыч начинается здесь. И вот проходит, получается, на юг, потом разворачивается и на запад идет, да, на запад. А Печора? А Печора у нас вот здесь начинается, вот ее исток, даже не в заповеднике, видите, начинается немножко. И да, проходит? И проходит тоже, да, на, сначала на юг, потом поворачивает на запад, потом снова на южнее, юго-западнее, и снова, видите, на север выходит, на север, да, делает, на север поворот, идет на север, да, полностью. И здесь, получается, освоение шло очень медленно, условия были очень климатически суровые, предгорный горный район, такие места, буреломные горы и сопки, приходилось вырубать лес и распахивать, делать поля, выращивали. А Екатерининский тракт здесь где проходит? А он же где-то намного южнее от нас. Ну, есть, возле Якши есть. Ну, там, знаете, там водный тракт, я не знаю, какой вы спрашиваете. Да, есть водный тракт, водный. Есть какой, там пеший тракт. Ну, здесь, получается, где-то южнее, ну, точно я... Здесь не указано, видите, не трудно сказать точно, который... Спасибо. Не могу сказать, он точно.